Всем привет, с вами я, Георгий Райдер, и сегодня будет еще одни некоторые покатушки. Али, давай еще раз. Велосипедом. Тут ребята веселятся. Али, чикенбар делай. Дай сюда на минуту. Подожди. Молодец. Дай на минуту. Подожди, подожди. Сейчас взрослый мужик покажет. Сломал самокат. Подожди. Сейчас будет чикен бар. Сейчас и будет чикен бар. Ау е! Лишь бы супер не заживало. Я вон тут вам стараюсь тантить, хоть и у меня тормоза заднего, считай, нету. Вообще, чтобы он с этого бона никуда не уводил. Ладно, больше не буду, больше хочешь не повторюсь. Хочешь здесь, играйте здесь и дружите здесь, а не вводи его с собой никуда. Да, больше не буду, больше не повторится. Только Алекса не ругайте, пожалуйста. Просто я его попросил с нами пойти, а мы втроем покатались. Больше не повторится. Али! Все, тебя не поругают. Знаешь, как он понял? Мой папа это понял. А как он понял? Как? Вот друг позвонил. Я же сказал, друзья у моего там живут и меня заметил. Я же сказал, что говорил... Ну, больше туда не будем кататься. А когда прыгаешь? Когда выйдешь? Ладно. Сейчас еще попробую вам постантить. О, заодно сейчас покажу, как Али стантит. Аля, иди давай. Давай, постанти. Осень наступает, попадает листва. Туда. А я сейчас снимаю, Аля. Да. Выходи с гори, уже звезды горят. А если пойдет дождь, я покажу. Давай, спускай. Я пока, пока я на камере постанчу. Давай. Я-то потерплю никаких проблем. Ведь мысли о тебе потеплее газду. От мысли о тебе потеплее сни. Молодец. У меня там больше получается. Пошли туда. Ребята, я слегка приболел. Ну как, простудился. Катаюсь на велосипеде. Значит, катаюсь на велосипеде. И вспотел. Из-за этого. Я уже насквозь. Когда гулять с тобой, пойдем.
Ой, чуть не врезался Вале. Аккуратно, Аль.